типа Эвелина так прям нас заинтриговала этим океаном, что хочется прям с него начать, но я не буду. Все как запланировали, так и поедем. Доброе утро, Павел Хоснулин в нашей студии, как всегда, по пятницам. Доброе. Здравствуйте. Итак, первая новость на повестке нашего эфира сегодняшняя, чтобы понять ее, зачитаю, собственно, заголовок, как оно звучит в первозданном виде. Превращение земель в пастбище увеличило их биопродуктивность. Однако это делает их опасными. Более продуктивные земли выделяют больше углекислого газа. Да. То есть, получается, а что же нам теперь делать? Пастбище, что ли, не делать? Нет, ну, проблем в пастбищах, ну, попозже чуть-чуть по проблемам давайте поговорим. Сначала о том, как раз о чем было это исследование, оно выявило, что появление пастбищных земель... Новых. Да, ну вообще появление, в принципе, новых, не новых, они как по мере появления их увеличивается биопродуктивность, то есть увеличивается количество всевозможных организмов, которые могут жить в этих условиях среды. То есть хорошая плодотворная земля — это которая? Которая насыщена всякими вот этими... Да, живыми организмами, угу, соответственно. Но, тем не менее, это не так уж и хорошо. Это не так хорошо, потому что увеличение пастбищных земель, соответственно, обозначает сокращение лесов. Сокращение лесов, соответственно, обозначает увеличение углекислого газа. Уменьшение кислорода. Уменьшение кислорода незначительное, это не так важно. Важно увеличение углекислого газа, потому что углекислый газ является парниковым газом, который создает, соответственно, общий фон и способствует увеличению глобальной температуры, изменению климата. Одна большая дача такая. Образом, да, парник. Вот, и кроме этого, животные, которые, собственно, пастбищные земли занимают, крупные животные, они также способствуют выделению парниковых газов. Те же самые рогатый скот, ну вообще копытные все, они... Чем больше мы едим, тем хуже мы дышим. Нет. Но чем больше всяких животных... Тем больше мы выделяем газов с другой стороны, будем так говорить. А, например, газ метан, который выделяют жвачные все животные при переработке целлюлозы, то есть у них в желудках живут бактерии, которые перерабатывают целлюлозу, и они выделяют метан в итоге. И, соответственно, этот метан также является сильным парниковым газом, который загрязняет. Кроме этого, все эти животные выделяют большое количество влаги, ну, потому что все живые организмы вообще состоят в основном из воды. И, соответственно, их газообмен так как увеличивается, то есть когда растение, допустим, произрастает, крупное растение, оно сфильтрует само собой, оно в основном всю влагу оставляет внутри себя, перераспределяет в почве и выделяет там определенные газы, ну то есть вот, кислород, другие там с нитрогазы они обмениваются. А животные, они конкретно выделяют углекислый газ и воду. И это все, а вода — это самый главный парниковый газ на планете. Поэтому все это ведет к изменению климата. Вот поэтому это опасно. Но ведь пастбища и раньше были. И что, мы вот этим дышали и ничего не замечали? А людей раньше сколько было на Земле? Ну, тоже верно. И пастбищ, соответственно, было по мере использования. Сейчас люди увеличиваются, и увеличивается количество этих пастбищ. Чем нам это грозит и что нам делать? Ну, это все к глобальному потеплению. Соответственно, мы должны сейчас ограничивать свое потребление тех же самых земель, умерить свои настрои. Аппетиты. Да, аппетиты в первую очередь. То есть вегетарианством? Дело не в вегетарианстве, просто нужно очень рационально использовать. То есть не постоянно просто увеличивать количество поголовья скота там для того, чтобы получать мясо, а использовать новые технологии для того, чтобы получать необходимый белок для людей. В инкубаторе выращивать? Да хоть как-то угодно. Можно синтетически. New technology. Да, да. То есть есть не натуральную коровку, а что-нибудь выращенное? Ну, натуральное, только в другом виде. Но это не потеряет своих полезных свойств? Не потеряет. Ну ладно, будем доверять человеку науке. И раз вы заговорили о глобальном потеплении, логично перейти к следующей новости, правильно я понимаю? Да, да, да. Таяние вечной мерзлоты назвали умеренно опасным для климата. Вопреки более ранним опасениям, связанный в ней углерод не усугубит глобальное потепление. Что? Значит, основной смысл всех этих исследований про таяние вечной мерзлоты говорил о том, что, опять же, за счет постоянного таяния льда, который находится там уже глубоко,
далеко под землей. Ну, например, вот у нас на Алтае, ну, в смысле, в республике Алтай, где-то примерно через метр начинается вечная мерзлота. Кстати, это исследование сибирского отделения. Да, надо. Это все исследование. И первое, и второе, это все исследование нашего сибирского отделения. Значит, где-то там, ну, например, в Якутии, там еще меньше, выше еще начинается вечная мерзлота. Вот так вот. И смысл сейчас, речь идет о том, что вечная мерзлота начинает таять, и, соответственно, все опасаются, что микроорганизмы и вещества, которые находились в этой вечной мерзлоте... Что, в вечной мерзлоте есть какие-то организмы? Естественно. Ну, она, то есть, пригодна для развития чего-то живого? Она не для развития, они там хранятся. Ледниковый... все, я туплю, смотрел да, фильм, все, заморозь. Нечто, ну, типа, во время голоцена они там замерзли, все, соответственно, при растаивании они начинают высвобождаться в воздух. Ой, это страшно, это опасно? Ну, конечно, те же самые парниковые газы, они начинают выделяться в воздух. И люди, то есть, ученые раньше предполагали, что это будет массовый характер иметь, и, то есть, просто выделится огромное количество парниковых газов, того же самого метана. Не мы умрем, а опять же это приведет к быстрому усугублению глобального изменения климата. Но так вот мы это... в итоге-то мы не сможем бы так быстро успеть за ним, да? Да, в итоге сейчас... Ходячие мертвецы смотрела, вот. Подожди. В итоге сейчас речь идет о том, что этот процесс все-таки умеренно способствует, потому что те организмы, которые сохранены в вечной мерзлоте, они постепенно, не они, сразу. Они не подвергаются процессам гниения и брожения от тех микроорганизмов, которые находятся живые наверху. Угу. То есть для того, чтобы эти слои смешались, должно пройти очень много времени, и это все очень-очень медленно. Короче, нам процесс. Не грозит. Это еще не скоро. Дело не в том, что не скоро, а в том, что этот процесс не столь значителен, как предполагали ученые. Да. Они думали, что сейчас все растает, и резко бам-бабах, все, мы потекли все. Оказывается, зря боялись. Не так все будет. Тем более мы живем в безопасном месте. Слушайте, да? Ну действительно, относительно. Буквально элементарно. После рекламы еще одна новость интересная. Научный популяризатор Павел Хасурин у нас в гостях. Это я. Да, продолжаем разговор. А правда, Паша, что есть такие медузы, которые, вот я где-то читал, что они могут сами себя омолаживать у них за счет регенерации тканей? Типа вечно вообще, живущие. Вообще, да, вечно живущие. Вообще да. Считается, что все полипы, медузы относятся к полипам, они, ну то есть они не совсем полипы, это ну, гидрополипы, там, это из одного класса, будем так говорить, животные. Так вот, считается, что они вечные, потому что они могут постоянно обновлять свои клетки, делиться соответственно, ну, жить достаточно долгое время. То есть, на самом деле, это уже будет другой организм. Да, потому что уже полностью все клетки, да, все клетки обновились. И от той медузы уже ничего не осталось. Но, тем не менее, это как бы непрекращающий жизнь один вечный и тот же двигатель, процесс. Практически. Давайте к человекам вернемся, к человечатинке. Институт оптики и атмосферы имени Зуева, Томский научный центр, получил награду «Хрустальный компас». Давайте порадуемся за наших соседей. Да, конечно. Томичей. За многолетнее исследование изменений концентрации углекислого газа на территории Западной Сибири. Давайте сначала в голове уложим вот это вот. Многолетнее исследование. Изменение концентрации углекислого газа над территорией Западной Сибири. Да. То есть над нами постоянно меняется концентрация углекислого увеличивается. Газа. И они это исследовали. Последние 13 лет они зарегистрировали увеличение концентрации углекислого газа. А вот причины пока не выяснили. Да, они не могут выяснить причины, потому что... То есть эти исследования производятся на специальной летающей лаборатории. Вот я почитала, очень интересный процесс. Самолетик взлетает, в колбу набирает воздух, потом это все отправляется в Японию, в какую-то лабораторию, где проводится, сейчас скажу очень умное слово, газохроматографический анализ. Что все правильно. Такое? Спектрография. Ну, то есть раскладывается спектрографом. Спектрограф — это прибор, который при помощи света определяет плотность, будем так говорить, ну, то есть распределение фракций вещества, газов в данном случае. И каждый газ имеет свою световую волну. И, соответственно, можно определить по спектрограмме, какой... Радуга. Ну, да, можно сказать, что так. Да. По спектрограмме можно определить, какие газы содержатся в воздухе. И у нас тут выяснилось, что последние 13 лет увеличивались именно углекислые газы.
Один, углекислый газ, он один. СО2. Ой. И чем нам это грозит? Вот, нет, ну это опять, мы опять же говорим о глобальном изменении климата, о накоплении парниковых газов, одним из которых является углекислый газ. Опять тем же самым грозит? Конечно, грозит тем же самым, но тут самое главное понять источник этого углекислого газа, потому что при проведении исследований обнаружилось, что это не зависит ни от выбросов промышленных предприятий, ни от испарений от земли, собственно. Ну, то есть, в смысле, от тех же самых пашен, которые мы говорили. Ну, фактически, они ничего не подтвердили, да, от чего это может быть. Но предположение, я уверена, что есть. И вы, я думаю, тоже, да, как вы считаете, несколько вариантов, от чего это? Комплексный процесс всегда, то есть, вообще, все изменение климата глобальное – это комплексный процесс. То есть нет одной конкретной причины, допустим, что это в результате антропогенного здесь, то есть в результате человека, либо это… Там побольше пастбищ, да, тут побольше заводов, там кто-то пукнул. Давайте про газ уже как-то будем завершать. Да. У нас еще есть темы. Да. Давайте, хорошо. Ну, в общем, смысл в том, что главное, чтобы люди понимали, что изменение климата есть, и не отрицали его, и человек принимает в этом участие, и нужно к этому относиться очень серьезно и сейчас уже исправлять свое отношение. Но, тем не менее, не нужно бегать и кричать, что мы все умрем, потому что это не такой быстрый процесс. Естественно. Итак, обещали еще, что поговорим о кариесе. Сегодня российские ученые научились предсказывать его по слюне. О боже! И действительно ли это скоро будет нам доступно? На самом деле это исследование междисциплинарное и межинституциональное, то есть здесь не только российские ученые. Воронежский государственный университет коллеги из Австралии. Ученые из Воронежского университета, в основном это исследование проводилось на иностранной территории, конечно, там много, и там и китайцы принимали участие. Ну, в общем... Все плюнули. Смысл в том, что... можно в слюне находить определенные вещества и определять их, опять же, и на ранних стадиях прогнозировать развитие кариеса зубов. Кариес зубов, чтобы все понимали, это процесс расщепления, точнее, изменения эмали зубной и потом дальше костной всей ткани зубной за счет агрессивных веществ, которые содержатся в полости рта. В первую очередь это зависит, естественно, от питания. То есть как человек питается, такое у него будет. Мы можем предсказать, да, что у человека больше риск, чем у другого, да, начинается развитие кариеса. И, соответственно, да, мы можем предпринять что-то. Предпринять зубы чистить и кушать овощи. Дело не в том, что зубы чистить, естественно, нужно, никто этого не отменяет. Нужно, соответственно, следить за своим рационом, то есть уменьшать количество рафинированных сахаров, простых углеводов. Количество кальция увеличивать. Кальция, ну, как бы, он всегда должен быть просто в норме. Тут дело не в этом. Тут именно обращать внимание на тот состав пищи. То есть поменьше простых углеводных продуктов, которые действительно способствуют развитию микрофлоры, которая, в свою очередь, агрессивно воздействует на зубы. Вот. Через сколько мы сможем сделать простые, да, хоть сейчас, анализ в смысле, по слюне, анализы, по слюне, да. Ну, как введется методика, как она будет более-менее дешевая, так и сможем вчера делать. Вчера на прямой линии говорили о вопросах сертификации очень долгой. Да. Ладно. И последняя у нас минута остается. Всемирный день океанов, наконец-то. Хоть что-нибудь успеем. Всемирный день океанов. Здесь главное, чтобы понимали, что мы океаны еще... далеко не исследовали, мы не знаем о них фактически ничего. Да даже меньше, наверное. Меньше. И, соответственно, океаны принимают огромную роль в поддержании, опять же, климата. Мы сегодня в основном о климатологии говорим, поддержании климата нашей планеты. Они ее формируют и очень много как воздействуют на нашу жизнь. И мы, собственно, вся жизнь произошла, скорее всего, из Мирового океана. Ну, в смысле, она точно произошла из Мирового океана. Поэтому не стоит бояться этих уродцев, которые живут на дне, да? Они наши исторические собратья, друзьяшки. И не надо выкидывать пластиковые бутылки, полиэтилен и так далее в океан. И думать, что он там все переработает. Конечно, конечно. Может быть, там большой мусоперерабатывающий. Берегите океан. Да. Павел Хаснулин, спасибо. Спасибо большое, Павел. Спасибо.